ща. Смотри, какой Сяма. Сегодня у нас новая игрушка. Что за игрушка? Рассказывай, Алис, что там есть? Пони. My Little Pony. Пони. Лошадка. И ее замок, да? Ее замок. Называется кристальный замок принцессы. Лошадка принцесса. Еще она плачня. Да, вот такая лошадка. Вот у Алис на стенке такая есть лошадка. Точно, вот она. Вот это. Как она, как ее зовут? Сядь хорошо. Пони. А как ее зовут? Твайлайт? Yeah. Вот эту Little Pony зовут Твайлайт. Еще замок. Еще замок. Ну, мы будем открывать, Алис? Да. Yeah. Ну, сядь тогда. Я буду открывать. Давай посмотрим, что там есть. Так, вот здесь вот замок. Эй, Баля, мою книгу. Сейчас я открою лошадку. Это что? Сейчас увидим. Там у нее всякие аксессуары, много аксессуаров. На коробке написано больше 20 аксессуаров. Вот лошадка. Смотри, Алис, вот такая лошадка. Красивая. С крылышками. Эта лошадка, когда ее на голову нажимаешь, она машет крыльями. Смотри. Видишь, крылышки поднялись, чтобы летать. А мы сейчас? На, попробуй. Нажимай на голову, поставь ее, нажимай на голову. У нее будут подниматься. И опускаться крылышки. Нажимай еще раз, они опускаются. Вот, видишь как? Вот эта схема, как собирать замок. Она улетела. Смотри, Алис. Смотри, сундучок такой. А это ее всякие штучки, причиндалы, смотри. Ого, а это что такое? Смотри, у нее есть корона, Алис. Можно ей надеть корону такую. Она же принцесса, вот, есть корона, есть заколочки, чтобы надевать ей, такие вот бусинки на волосы, это большая корона, вот есть маленькая, а это телескоп, но его, по-моему, в замке нужно поставить, сейчас мы посмотрим дальше, что есть. А это что? Это сумочка, Алис, это сумочка. Это книжки. Книжки? Ты думаешь, что это книжки? Ну, возможно, это книжки. Вот так. Теперь. Да, вот это, по-моему, здесь. Значит, все правильно сделали. Вот так. Теперь лесенка. Смотри, почти готов уже, еще немножко осталось. Лесенка как надевается? Взяли. А, вот сюда. Да, бусинка. А вот это? Здесь бегать. Как будто это печка. Так, ну вот, все, смотри, собрали. Ну вот, смотри, Алис. Смотри, замок сделали. Давай покажем ребятам. Смотрите, вот такой вот замок. Вот здесь у нее есть в замке такие полочки. Можно что-то положить. Есть такой трюмо с ящичком. Открывается ящичек. А здесь есть зеркало.
когда она в него смотрится, то мы видим ее отражение здесь. Little Pony. Вот. Здесь такая лестница есть, чтобы подниматься. Смотри. Давай я к тебе поверну вот сюда. И ты будешь все раскладывать по местам на полочке. Смотри, там специально. Давай с другой стороны подожди, а то с этой будет плохо видно. Какая маленькая пила. Давай-ка, смотри, у нее есть даже еще вот такой вот красивый шлем. Смотри, я даже не знаю, как это, плюмаж называется или как. Давай померим. Смотри-ка. Вот здесь у нее такой есть красивый плюмаж. И он сзади даже застегивается, и она вот такая красавица. Такая шапка. Ой. Держи. Смотри, Алис, у нее здесь очень много всяких полочек. Можно на них сложить, например, туфельки поставить, книжки поставить. Давай, это застегнуто сзади. Алис, вот это застегнуто сзади. Туфельки в шкаф. Надо поставить вот сюда, вниз. Поставь туфельки в шкаф. Где туфельки ее? Вот, еще туфельки, смотри. Ой, у нее много тут. У нее... А, ну у нее же 4 ножки, все правильно, поэтому у нее столько много туфелек. У нее есть розовые 4 ботиночка и 4 зеленых, 2 пары обуви. Вот такие зелененькие. Туфельки на каблуках красивые. Давай, зелененькие она наденет, а розовые мы поставим в шкаф. Давай. Вот такие красивые туфли на каблуках. Смотри. Теперь поставь-ка у нее книжки на полочку. Вот сюда. А смотри-ка, мы еще забыли поставить телескоп. Смотри, телескоп нужно вот сюда. Это чтобы вот сюда нужно надеть. Нет, нужно надеть. Там специально есть. Смотри, Алиса, я покажу. Вот так. И она, видишь, может с этим телескопом смотреть на небо, на звездное. Можно в ящичек что-то положить. Смотри-ка, здесь есть ящичек в трюмо. Видишь? Давай сюда положим, например, маленькие заколочки, чтобы не терялись, да? Закрывай ящичек. А это сундучок можно заколоть сюда поставить наверх. Смотри, это вешалки для одежды, видишь? Например, можно сумочку повесить. Сумочка открывается, сумочка открывается. В сумочку можно положить заколочку, которую она с собой возьмет куда-нибудь. Что тут у нее еще есть? Такая корона маленькая. Может, это колье? Смотри, это, наверное, колье. Что-то... Да, это у нее колье такое. Видишь? А это что? Похоже на фен для волос. Смотри-ка. Да? Фен, чтобы волосы сушить. Да. Высохли? Ой, она сумку вот так будет носить? Ух ты, как ты здорово придумала. Давай покажем. Алис придумала, как ей можно удобно сумку носить. Раз уж она единорог, то можно для этого использовать рог. Очень хорошо. Молодец, Алиса. Ну вот, такая вот Little Pony. Little Pony Twilight Sparkly, которая поднимает крылышки. Давай еще раз покажем, как она крылышками машет. Нажимай на голову. Заколочку расколоть можете, смотри. Оп, и она снимается легко вот так. Ну что, будешь играть? Нравится, Алис? Все. Пока. Пока, Люся.